Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, сегодня со мной Нежданчик, и добро пожаловать на наш новенький видосик, такую игрушку, как GTA 5 онлайн. И сегодня у нас режим под названием Face to Face, или же лицом к лицу. В общем, какая задача? Мы должны ехать друг другу навстречу и мешать забрать чекпоинт. Это достаточно угарный режим, поэтому я думаю, что сегодня будет очень интересно, я уже упал. Вот, и не забывайте, конечно же, влепить свой лайк, а также подписаться на наши каналы и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики, конечно же, не пропускать. Мы желаем вам приятного аппетита и приятного просмотра. И мы уже начали. Поехали, ты уже взял чекпоинт, да? И ты сейчас, конечно, меня будешь сталкивать, да? Ну пошел вон, я тебя постараюсь. Тихо-тихо. Форсаж! Ой! Я вылетел! Нет, я почти взял чекпоинт. Чел, ты сейчас меня обгонять будешь уже? Я не должен это тебе позволить. Я не смогу, я не должен, я не хочу, чтобы ты выиграл. Подожди, подожди, какой. А ты где, кстати? Ты взял чекпоинт? Нет. Да, я тоже упал. Так, ладно, сейчас едем, сейчас постараюсь тебя обогнать. Так, какой обогнать? Привет! Здравствуйте. Так, я поехал за чекпоинтом, тоже за чекпоинтом, да? Я не могу что-то пока что взять чекпоинт с этим грузовиком. Так, хорошо, берем. Ты упал, я беру, хорошо. Все. Ой, тихо, главное не вылететь. Ладно, уже легче перезагрузиться. В общем, да, этот режим, как я уже сказал, достаточно угарный, и я думаю то, что мы... А, то я сейчас догоню. Я думаю то, что мы сегодня прям кучу раз будем падать. Кил, помогите мне! Что помогите! Такое? Что такое? Тут очень сложно перелететь. Ну так, да? Неприятно, я тяжело. Я перелетел уже, сейчас возьму чекпоинт. Да? Сейчас я буду уже с другой тачки мешать. Ты да, чё? Я уже взял, я тебя обогнал, я тебя обогнал, приколи. Ой-ой-ой, фига, здесь броневик такой дали, офигеть. Ну не броневик, просто тачка, она бронированная такая. Так. Че, здорово. Давай посмотрим. Давай, кто прочнее. Ну нафиг, нет. Нет, ну как, почему я упал, почему не ты, почему я, ну что за фигня-то? Стой, ты не проедешь, ты не возьмешь чекпоинт, иди отсюда, на. Давай. До свидания, до свидания, все, до свидания, мистер. Ладно, я тебя подожду, чувак. Я думаю. Тихо, я выживу. А я вижу. Ай, нет, да блин, я сам себя зафейлил. Я бездарный, что? Да, ты не можешь перепрыгнуть. Да, ты не пройдешь чекпоинт, понимаешь? Ты не пройдешь здесь. Давай. Это кто еще тут не проедет? Ай! Я как будто с вертушки тебе Да. Я еще, знаешь, так подстроился, прям смачно, чтобы вылететь. Нам надо прийти к компромиссу, если мы... Какому компромиссу? Мне главное взять чекпоинт, сейчас перелететь здесь, аккуратно, я не могу перелететь. Фу! Я испугался. Я испугался сейчас, что врежу с тебя. Я проскочу уже чекпоинт. Взять наконец. Сколько из чекпоинтов? 21, в принципе. А ты упал? Нет! Да, я упал, конечно. В принципе, не так уж и много чекпоинтов. Мне тяжело перелететь на этой машине. Прям да, я уже взял скорую помощь. Тебе она, скорее всего, не понадобится, понимаешь? Так, я от первого лица поехал. Погнали, от первого лица. Фига, это тяжело. Но мы сможем, мы справимся. Так, давай. Новый экспириенс, давай. Хопа, отлично. Я не вижу, куда я лечу, надеюсь, то, что верно. Давай, о, идеально. Тихо, нет! Я выживу, от первого лица это прошел. Нет, ты прошел, офигеть, ну да. Серьезно. И тачку берем, да, так, да. Что за тачка, что за тачка. Ой, за тобой полиция выехала, чувак. За тобой выехала полиция. И снова копы меня... на хвосте. Она у меня красная вся, приколи. Она у меня вся красная. Ой, тихо, главное выжить, главное. Нет, я вот вылетел, вот, я на вылетел, базу. Блин, ребенок. Как так-то? Что просто. Рассказал, какой ребенок, в смысле? Ребенок, чувак, подрастешь, будешь отекаться проходить. Такой одного возраста, какого фига? Пошел нафиг. В смысле, пошел нафиг? Да, что-то ты неадекватно немножечко становишься, мне кажется, на этом режиме. Чувак. Такое чувство, что ты не можешь перелететь здесь адекватно. Такое чувство, как будто ты... Ай, нет! Чел, ты выжил? Нет, скотина, ты еще сам падаешь. Дай да, мне хоть я упал шанс сам. Тебя уработать тебя. Кстати, у тебя сейчас машина тяжелее, поэтому ты в теории можешь меня легко столкнуть. Фига, ты полетел. А ну сюда подошел. А ну сюда, на нафиг, все, до свидания, до свидания. А ты тоже весь красный, почему? У тебя же тачка белая, по сути. Так нет, скорая помощь-то, наверное. А, ну может у меня такой скин нет, не знаю, но она прям вся красная. По идее, белая, ну ладно. Так, все, я погнал, давай. Хоп, давай. И сейчас будет столкновение в воздухе, давай. А, ты не полетел. А что ты стоишь на месте? Я боюсь. Тихо. А, это ты и сам справляешься, чувак. Да, ты не можешь приземлиться адекватно, не могу понять. Ты в теории мог без меня запуститься и также спокойно отыграть просто. Ну, чтобы тебя ничего не получалось. В целом, ну ты лошара, конечно. Ну ты, как так, как ты упал там? Тихо, здесь главное... Смеется тот, кто смеется последний, понимаешь? Оп, тихо. Вот, все, аккуратненько, я притормозил. Не надо, пожалуйста, ну пожалуйста. Пожалуйста, ну давай не... Чел. Да нет! Ай! Я не знал, что там ускорить. Ты меня очень сильно впечатал. Давай сейчас аккуратненько проедем просто все это дело и возьмем следующие тачки, потому что я на полицейском уже не хочу кататься. Да, согласен полностью. Так, от первого лица погнали, от первого лица. Опа, сейчас будет жесткое столкновение. Давай, ты едешь на меня, чтобы было эпично для кадра. Да. Я не вижу, куда я лечу. Прям очень эпично. Очень эпично!
Нет. Ты выжил? Да. Нет. Давай, давай. Лошак. Давай, 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 давай. Блин, да не. Стоять, сейчас разрулим. Что ты там разрулил? Да отстань, да уйди. Да уйди, ну блин. Я сейчас тебя уронил. Я думаю, сейчас так красиво, какие-то мансы, там полицейский разворот сделают, что-то такое. Да, да, да. Что-то я начал давать назад, и другого мне. А я боялся, что ты ждал ускорителя, чтобы я вылетел просто, но его так и не было. Да уж. Ну как, а ты взял тачку? Нет, конечно. А, ты здесь опять? Да, я что же упал. Нет! Есть! Есть! Нет! Да не! Да? Да как? А что я радуюсь, если мне сейчас... Что за фигня? Ты тоже пошел вон. А мне пофиг. А мне пофиг. Как я не попал? Все, сейчас можно, в принципе, от себя ехать, взять чекпоинт. Давай, давай, давай. У тебя тоже полицейский уже? И снова капай на хвосте, конечно. Да ё-моё, как ты меня догнал? Я же далеко от тебя был. Я даже с мигалками поеду. Да, я... Тихо, 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 ну... Я выжил! Есть, 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 тихо-тихо, живем, живем, отлично, все, живем. Фух, как я сейчас засейвился. За тобой ты едут копы. Красиво. Отстань, 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 отстань. Так быстро, быстро, берем, берем. Нет, берем. Нет! Ты упал? Ты упал, все, тебе конец. Блин, вот это вот все унижение, которое ты терпел. Забей, 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 забей. Скорее, ты сейчас меня будешь унижать, потому что у меня такая тачка здесь. Это жесть просто, да. Но я надеюсь, то, что я на ней быстренько все это дело пройду, так сказать, я сейчас перелечу, то, что я маленький, маневренный, так сказать. И все, быстренько мы сейчас сделаем. Давай, едь ко мне. Ты где? Еду, там? Еду. Еду. Едешь, да? Сейчас будут в воздухе сто. Да что ты стоишь на месте? Мы должны в воздухе биться. У нас должен быть Skywars. Получай. Все, теперь у меня есть фора небольшая. Врубаем мигалочки, чтобы нас все пропускали. Ага, я тебя не буду пропускать, фиг тебе после такого, что ты делал на скорой помощи. И на полицейской, в принципе, ты сейчас тоже будешь такую фигню делать. Я уверен почему-то в этом. Привет всем. Ай, ладно, ладно, перелетел, чувак. Так, быстро перезапуск. Какой перезапуск? Ты должен взять тачку следующую. Да чувак. Ты чё? Преследую преступника. Ой-ой-ой. Серьёзно? А что это за красота такая была? Уйди, да уйди. Уйди. Да нет, ну ты понимаешь, что ты меня здесь не стал... Не столкнешь здесь, давай, мансы. Да отстань. Да я тачка не... Я к краю еду. Тихо. Нет, ну пожалуйста, не надо. Я так... Там красиво перелетел. А как ты чекпоинт не взял? Я не знаю. Я хотел тебя обмануть, думал, красиво получилось, но у тебя тачка намного быстрее, чем моя, поэтому не получилось. Но там так красиво засейвилось. Ты видел просто, что это было? Да. Все, наконец-то, наконец-то. Только не бери, мать. Ой, нет, тьфу ты, точнее, бери наоборот. А, я вылетел. Да? А, я вылетел. Достал. Давай, 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 пошел вон. Есть, все, нафиг, нафиг, нет, нафиг, нафиг. Так, нет, чё, чё это? Опа, это минивенчик, ну здорово. Опа, что-то привозим? А ну остановились, мистер. Нет. А ну остановились. Давай, давай, останови, что ты сделаешь, давай. Так, здравствуйте. А ну документики ваши, пожалуйста. Какие документики? Документики на машину красненькую вашу вот эту. А, нет, никаких документиков, точнее, а ну, стой, я дома скотина! Забыл. Я дома забыл. Стой, говнюк. Стоп, мистер, сейчас... Так, ой. До свидания, я уехал. Я уехал, пока. Че, сейчас я буду обгонять, понимаешь? Я потом финиширую, ты проиграешь, просто второе место займешь. Нет, чувак. Я последний раз второе место занимал, только у тебя в роликах, понимаешь? А, угу, понял, понял. Так, чеку. Ой, чел! Слушай, нет. Знаешь что? О, я подлетел на невидимой текстурке! Да, да, ты в целом сам с этой, как бы, задачей приказ справляешься, то есть вылетаешь. Нет, слушай, я не буду сейчас брать чекпоинт, но ты же здесь такая тачка прям удачная. И нужно мне, скорее всего, сейчас обратно поехать. Так, за чекпоинт, быстро, 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 все, давай, едь ко мне, давай, едь ко мне, тут тебя такой сюрприз просто ждет. Не, на самом деле, я пошутил, тачка у меня очень фиговая, типа, она ни на что вообще не способна. Ну, это, ладно. Типа, как тот самый маленький. Нет, я вижу на карте. Что, 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 что? Твою ж дивизию, пошел нафиг. Что, что ты видишь? Ай, оп, да! Оп, а ты не выжил, лошара. Да, но если бы я тебя так перелетел, это был бы самый крутой мув. Ты можешь выполнить свою основную задачу, подкинуть меня прямо к чекпоинту. Давай попробуем. Давай, едь на меня просто, давай, едь на меня, сейвись, хорошо. Давай, и куда? О, нет, куда? Я перелетел! Перелетел? Всё. Возьмись, 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 возьмись! Да ты не возьмешься. Я взял. Ты взял? Да. Да ладно. Реально? Все, чувак. Я выехал за тобой по твою душу, главное не смотри на меня, просто оп. Стоять, стой. Ты знаешь, что у меня тачка быстрее просто? Стой. А я быстрее возьму ускорение. Нет, 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 ну стой, ну пожалуйста. Ты упал? Нет, я за тобой еду, хочу тебя догнать. Сюда, 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 стой. Без шансов, так, тихо, 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 тихо. Нет, да не ускоряйся. Да, 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 как же это грамотно. Что, да, у меня эта тачка осталась, алло. А, да? Это все был гениальный мув, чтобы не взять чекпоинт, что типа я зафейлил, там упал, на самом деле мы все знаем, зачем это нужно было. Куда ты? О, ты на чекпоинт полетел прямо? Да! Да? Да, возьмись, нет, не смей. У тебя же тоже будет рампа, да? Нет. В смысле нет? Не
будет. В смысле не будет? Я поехал, не будет. С другой тачкой уже поехал. Потому что на рампе что-то здесь, ну, это прикольно, конечно. Но ты прям чекпоинт летишь, так быстренько чекпоинт. Фига себе, где находится слева, так. Ой, фига, фига себе тут точило. Что ты там взял? Я могу так? Подожди, стой, у меня появилось дело. Едь ко мне. Нет, только не говори, что ты, что ты за машина. У скажи, меня пожалуйста. Батмобиль. Я просто хочу твою? Сейчас сделать прикольную штуку. Я понял. Что ты ко мне, я типа хочу со спавна полететь прямо туда сразу. Да, попробуем. Тут место для разгона есть, как раз сейчас такой мув сделаем. Давай. Опа! Ну что-то фигня какая-то на самом деле. Сейчас будет идеально, смотри. Давай. Опа, и... Ну я криво, но давай. Ай, ускорение, не туда немножечко. Давай. Чё давай. Что такое? Не страшно. Я жажду кровушки твоей. Да? Да. Уверен? А если я сделаю вот так? Твою ж дивизию, что ты делаешь? Ты что делаешь? Я перелет. Тихо. Главное не перелететь всю эту штуку, тихо. Дирижабль, спасай, дирижабль. Хопа, сейчас колесики, ну-ка не взорваться. О, я жив, пошел вон, да пошел. Есть, нет, все, пошел нет, вон, нет. Есть. Фух, тут сейчас мув был красивый, это очень говнюк. Красиво было. И что у тебя там за тачка такая? Ой-ой-ой-ой-ой. Ты не поверишь, чувачок. Что? Кто тебя еще тут скидывать будет? Кто тебя тут скидывать будет? Я пропал. Куда ты делся? Нет. Зареспавнился. Нет. Я же не буду эту тачку такую драгоценную терять. Давай, на. Давай! Халява. Эй, да я думал, заприкоснусь до тебя, ну блин, ну что за фигня-то? Чувак, я б тебя скинул на этой машине, но я решил тебя пожалеть, запомни мою! Что? А как? Просто на таких тоненьких тебя объезжаем. Ладно, придется да мне тоже брать тачку. Чего там дальше, кстати, за машина идет? У меня очень жесткая машина, советую тебе в целом не брать чекпоинт. Я уже взял. Так, ты еще видишь, есть справа, слева такие бортики, чтобы как-то там обмануть, да, фишки какие-то. Да, что да, ты стоишь на месте, ну ты достал? Да ну... Обмани! Да ну достал, ну прям четкое столкновение. Думаю, сейчас как-то там, знаешь, проскользу, что-то такое. Проскольжу. А я не долетел да? еще. Да? А я успею тебе заехать? Не успею. Нет, конечно. Ты такой боли не испытывал никогда в жизни. Да, это уверен. Это будет боль разочарования, понимаешь? О! Что? Я еще засейвился! Тихо. Засейвился? Я постараюсь. Ну нет, ну это красиво было, я там так задрифтил потом, офигеть, что за момент как просто реально красивый. Объехал. Да, это очень красиво было. Надеюсь, ты взял тачку, да? Или ты там? Нет, я упал. Да как? Почему? Ну я сам задрифтил, когда увидел. Нет. То нет. Нет! Да я сам хочу проехать, отстань. Я не хочу в тебя здесь врезаться, я хочу тачку другую взять. Да что ты тут делаешь? Что ты, говнюк? Что? Уровня мстителей? Это типа вопрос был или что? Или это да, риторический это... вопрос? Это риторический вопрос. Ты говнюк. Спасибо. Приятно такое слышать. Приятно, очень приятно слышать. Но понимаешь, что тебя как бы это не спасет от участи, которая тебя сейчас ждет? Если ты сейчас ой-ой-ой-ой-ой. Что там? Ой, что это? Пожалуйста, я успею? Скажи мне, что я успел. Что успел? Скажи мне, что я успел. Ну а нафиг. Тяжелее меня? Давай, серьезно? Сильнее. Давай, поехали. Сейчас будет гоночка. Давай, кто первый? Давай. Да как ты ускорился? Стоять. А у тебя будет сейчас пакет, понимаешь? Да не будет. И тебе будет тяжелее приземлиться. Здравствуйте. О, как? Вот именно поэтому. Нет! Ай! Нет! Я долечу? Тихо, долети. Блин, нет. Упал. Куда там поехал, а? Я еду вперед. Встреча главное... к победе, да? Главное взять чекпоинт, понимаешь? Понимаю. Я прямо это полностью понимаю, поэтому к этому и стремлюсь. Так, здравствуйте. Ой, а что там за... А что он так быстро ехал? Опять полицейская? Да, опять. И снова копы на хвосте. Стоп, получается, если у нас сейчас как бы еще одна такая же тачка, еще раз выпасть машина рампа, либо тот грузовик рампа. Да. Было прикольно, кстати. Чел, все, у меня монстр машина. А, у тебя вот эта фигня. Кстати, ты можешь на меня запрыгнуть. Тихо. Засейвились. Ой, хорошо. Ой, красиво. Что это за сейв? Фига, красиво. Так, и минивэн, да, ну, в принципе, не удивить. Так, стоп. Да ё-моё, ну как ты? Фига, ты рванул от меня. Ты ещё засейвился. Понял? Ты ещё жив остался. Какого фига, скажи мне, а? Как ты это сделал? Чел, это мега грамотный мув называется. О, фига ты. А можешь подольше много в воздухе оставаться, чтобы я успел проехать, пока ты не зареспавнился, пожалуйста? Зачем я это сказал, не знаю. Мог сейчас... А, не успею, походу, да? Ты снова монстр на хвосте. Ну пожалуйста. Оп, ай, да блин. Неверны. Ай, ну что за фигня-то, а? Машина рампа, нет, уйди. Куда мы едем? Нет, отстань от малыша, не трогай меня. Отстань. Да нет, отстань. Я боюсь. Я успею. Все, в океан, быстро в океан, спасение. Давай. Просто уехал. Кажется, что ты меня выиграешь. Я просто знаю, какая следующая машина. Вот так? И на чекпоинт. Фига! Давай!
Ты реально возьмешь? Ну, постараюсь. Сальтуху делаем! Давай! Красиво будет! Ну, пожалуйста! Ты где? Ты где? Вылетел. А, вон ты. Я жив! Как я? Ты жив? Ускоряйся, на... блин! А, я видел! Никаких ускорений! Я сейчас снова постараюсь так сделать. О, идеально, вот сейчас идеально. Сейчас идеально? Просто да, максимально. О, так я и хотел, прям красиво. Ты взял чекпоинт еще после этого всего? Че, борьба... Борьба таких... О! Борьба таких тачек, да, хочешь сказать? Я на этой машине отслужил 8 лет. Давай, кто кого? Ой-ой-ой, до свидания, до свидания. Это что за малыш? Ну, у меня тачка более такая плоская, как мои шутки. Че, битва? Пошел. Да блин! Крутая битва получилась. Че ты тут? А там уже финиш просто. А, да? Все, ты победил, получается, да, меня? Чувак. Ты меня одолел лицом к лицу сегодня, да? Ну финишируй тогда уже, ладно, или что? Нет, 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 чувак. Че, меня подожди, чтобы красиво закончить, да? Я еще не до конца тебя уничтожил, понимаешь? А, это вот так вот, значит, ну получай. На, нафиг тебе, под колеса. Так, ой, а что у меня? У меня же это фигня, черт! И снова копы на... Да нет, я жду, когда ты появишься. На мусорку тебя, на свалочку, он туда полетел. Ты уверен? Я призрак, я появился здесь уже. Да блин, ты сейчас... Да пошел вон! Ну просто дай мне, пожалуйста, взять тачку и завершить это дело. Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Ну иди, дай мне завершить, ну я тебя прошу, ну дай, ну иди, ну. Ты победил, все, все, только угомонись, пожалуйста, ты победил, ты. О, серьезно? Что, да? Только мне сейчас главное засейвиться. Засейвился. Засейвился. Ну, в принципе, если финишируешь, у меня еще время, по идее, будет. Да, я успею. Так что можешь принцом финишировать. Если хочешь, конечно, первым приехать, там вот это все дела, все лавы разобрать себе. Ты там можешь доехать хоть раз там до... Ну, я чекпоинт такой взял. Ну что, эта карта называется лицом к лицу, и у нас почти не было равных машин. Но сейчас... Сейчас. Ты долетишь хотя бы, я не знаю. Да ё-моё! Еще раз повторяю, карта называется лицом к лицу. У нас почти не было равных автомобилей, но сейчас будет та самая битва. А, которая должна была быть, да? Провозгласили! Ой-ой-ой, ты выжил? А, нет, я не выжил. Ну, здесь кажется невозможно остаться. Че, гонка? Походу, да. Давай, поехали, сейчас будем вместе финишировать. Давай. Это будет красиво, как форсажи, давай. Главное сейчас не вылететь вот здесь. Да, вот тут осторожненько надо быть. Ну-ка, я теперь... Прилетаю, здравствуйте. Опа-на. Ой! О! Ой! 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 Слушай, ты жив? Ну что ж, вот такой видосик у нас получил. Что это? Офигеть! Что это сейчас было? Я выфинишировал. По GTA 5, вот, ставьте свои лайки. Это был режим лицом к лицу. Если вам, конечно, понравилось, то пишите об этом в комментариях. Вот с вами был Твикер. Так что нежданчик, мы не прощаемся, говорим до новых встреч, друзья. Всем пока, ребят.